Всем привет, дорогие зрители моего канала, с вами Брайан, и сегодня я продолжаю очень страшные приключения, и в прошлой серии остановился на том, как заспавнил тюмного доктора, который пока что не представляет нам никакой опасности, но в этой серии мы будем вспомнить совсем другого персонажа, который вы уже как догадались при начале видео. Итак, это у нас ACP 966, и давайте найдем его среди листочков, это у нас ACP Sleep Killer, он у нас желтый, то есть... Для крафтинга его перлы частицы понадобится 4 кровати и... А, еще же одна эндерперла. Раз, два, три, четыре. Ну, раз овечка, два овечка, три овечка, овечка номер 4, овечка номер 5, овечка номер 5, и овечка номер 6. Редстой номер один, редстой номер два, редстой номер три. Золотой номер один, золотой номер два, золотой номер три, четыре, номер не потерял. Обязан, ой, редстой номер шесть, номер семь, номер восемь, номер девять. И поэтому мы сейчас будем как раз и создавать эту частицу. Так, у меня уже есть 2 эндерперлы, 23 редстоуна и 13 шерсти. Это мне вполне хватит, чтобы сделать 4 кровати. Так, вопрос только в том, есть ли у меня дерево. А у меня его нет. Черт, что же делать, что же делать? Такая погода, это ужас. Кстати, как у меня яркость стоит? У меня яркая. Давайте на 40 хотя бы сделаем, 38, чтобы атмосфера была. И пойдем рубить дерево. Да, нам придется это сделать. Я даже топор с собой не взял, потому что хочу по-быстрому это сделать. А, тут страшно, люди. Офигеть, мне там глаза показались какие-то. Блин, мне цветочки обычные пугают. Давайте побыстрее свалим отсюда. Нарубим деревьев. Никто нам не помешает. Надеюсь. Быстренько свалим. Создадим частицу. Sleep Killer. По названию понятно, что это убийца снов. Как-то так. Ну, типа того. Что-то мне теперь спать в Майнкрафте не очень хочется, если честно. Потому что, хоть и там написано, что этот Sleep Killer желтым шрифтом, то есть шрифт, которым написано желтый. Мы уже так заспавнили желтого скромника, и ни к чему хорошему этого не привело. Так что мы будем крайне осторожны. И чувствую, в эту ночь в Майнкрафте я не засну. Да, мне хватит стальки дерева, теперь можно идти обратно. О, как же страшно, капец, гром просто офигенный для такого летсплея погоды. Так, заходим в домик. Ой, господи. Так. У нас есть дерево, давайте переработаем его сразу в доски. И начнем уже наконец-таки делать кровать. Тык-тык-тык, тык-тык-тык, тык-тык-тык. Так, и тык-тык-тык, тык-тык-тык. И все, у нас есть 4 кровати. И все, мы создаем перлу вот так, вот так, вот так, и вот так. Сюда эндерперлу и редстоун по бокам. Вот она. Слушайте, на картинке тоже как-то стрёмненько выглядит от этой CP. Ладно, давайте его сюда засунем, чтобы получить спавн документ. Так, нам еще бумага нужна, да? У нас только вот только нету. Что... Если у меня не будет бумаги, у меня ее нету. Я с ума с... О! Нифига себе, как не повезло, люди. О, капец, жесть, мне повезло, это супер. Я даже не заметил сразу. Кладем сюда. Так, обратно перлу. И листочек. О, вот он, Sleep Killer. Люди, я так не хочу его спавнить. Ой, как не хочу, особенно в такую погоду. Особенно, когда хочу в Майнкрафте поспать. Ладно, проверю пока что. Ну, тут-то никого нет, это понятно. Вот тут у нас темный доктор, который там до сих пор. Ну, приветик, крошка. Ой, какого фига? Ты меня напугал. Нет, я лучше выйду. Пшел вон, плохой. Я тебя накажу, я тебя пытать буду, понял? Так, окей. Я не знаю, где заспавнить этого слип-киллера. Что это было? Или мне показалось? Ладно, надеюсь, показалось. В общем, давайте заспавним его подальше от дома. Вот здесь где-то. Ой, как я не хочу спавнить. Вдруг он сейчас тоже какие-нибудь будет издавать звуки. Знаете, я сейчас лучше посмотрю на всякий случай, что это за ACP и... Итак, я снова тут и... О, боже мой, меня напугал гром. Что я могу сказать, что я практически ничего не узнала ACP-966, узнала то, что это бессонники, то есть это такие животные даже, можно сказать. И то, что они питаются животными и людьми в том числе, так что правильно, что я не собираюсь их близко спавнить. Но, блин, как мне сейчас страшно, потому что один дома сейчас ночью,
Это вообще зря я вообще согласился снимать, но ради вас только пошел. Мне микрофон даже еще новый не привезли. И надеюсь, вы не будете мне писать про этот старый, то, что плохо работает, то, что от него шумы идут. Ну, потому что вы сами просили. Итак, ну что ж, я на всякий случай звуки сразу бавлю где-то до 2%, потому что я знаю, как было тогда. Ну, так, я, знаете, лучше факелы поставлю вот сюда куда-нибудь. Так, блин, вы бы знали, как это страшно, господи, я лучше покушаю. Затяну время. Вон мне еще сырая свининка лежит. А, я уже наелся. О, нет, так быстро, нет. Ну, давайте, знаете, как сделаем? Сейчас скажу, вот такое вот окошко, чтобы не следить за ним, если что. Вот, и, блин, ну ладно. Я готов. Опа! Что-то какая-то маленькая камера на этот раз. И где у нее вход? Походу, он с другой стороны. Звуков вроде никаких. Так, ну, давайте тогда мы, наверное, как-нибудь пройдем с другой стороны. Хотя, знаете, я немного боюсь. Ой, он ломается. Не-не-не, спасибо. Я не знал, что он так легко ломается. Ой, блин, меня это напугало. Так, окей, сделаем так. И тут у нас где-то дверка должна быть. Я так понял. А, она вот тут. Вот она, дверка. Черт! Ну, блин, так нечестно, я не хочу. Ладно, я сейчас вот тут еще сломаю. Кстати, на Zen's Minimap вот он не показывает этих мобов, которые внутри. Так, знаете, я как лучше сделаю? А то я знаю, я тогда подошел к этому скромнику, я лучше вот... Дальше вот так и целую. Мне кажется, я слышу какие-то звуки. Может, нет. Может, мне уже параноик, что я их слышу. Я даже не знаю, как этот TCP выглядит в Майнкрафте. Я его даже не вижу. Они, походу, там внизу. Но я боюсь туда заходить. И не надо мне писать в комментариях, что я сокло. Так что реально, попробуйте вот реально одному дома, ночью... Поиграть. Блин, у меня опять звуки какие-то, кажется, так. Даже не хочу приближаться. Блин. Короче, я лучше пойду узнаю больше информации, потому что я не собираюсь просто так их открывать. Так что я вернусь через несколько... А! Блин! Что это было? Секунд. Итак... Я узнал, что это такое. Ну, да, значит. Окей, я знал, что это такое, это ужас, я туда даже заходить после этого не буду. Все. Точка. И все. И точка. И все, и точка. Да, если вам интересно все-таки, что там находится, то погуглите, что такое SCP-966, а также я вам могу, если... Попросите в комментариях ссылку на один обзор мода оставить, где как раз там один парень показывает их, то есть в Майнкрафте. И это ужас, так что я даже не буду к этой клетке больше подходить. Хорошо, что этот SCP, этих SCP, их много, да, больше не увижу, потому что у меня нет очков, которые нужно надеть, чтобы их увидеть. Кстати, интересно, как эти очки крафтятся? Давайте посмотрим. Это какие-то инфракрасные очки вроде бы. Это они? Нет, это вообще какой-то... Сигарета какая-то. Так, нам нужно найти очки. Очки. Вот они вроде, да? А, нет, это тоже частицы. Это не очки. Так, ну давайте поищем. Стоп, а это что такое? Тут вообще много всего, на самом деле, изучать нам. Это круто. Так, очков тут нет, и тут нет. И тут нет, и тут нет. И тут нет. А вот тут уже они должны быть, кстати, где-то. Потому что тут опять SCP-объекты вот эти пошли. Ого, что это такое, SCP-600? Кстати, мы теперь можем увидеть вот в этих спавнерах как раз этих SCP. Кстати, я установил на Джона мод. Так, давайте посмотрим каких-нибудь SCP. Допустим, вот это SCP-682. Это же жесть, что за монстр такой. Так, давайте посмотрим. Это что? А, это у нас Бэби Джон. А что тут у нас? Тут у нас дофига всяких SCP. Тут у нас SCP-999. Ого! Это круто. Так, давайте попробуем, может быть, 9-9 заспавнить. Я хочу посмотреть, например, как он, как его частица крафтится. Надеюсь, недорого, потому что опасные SCP, они дорого частицы их крафтится почему-то. Итак, я нашел одного SCP, это Бугимен. Он крафтится не так уж и
дорого, так что мы его даже сейчас можем сделать. Бугимен, это такой чувак. Я даже недавно о нем фильм смотрел. Бугимен как раз называется. Ух, уже светлеет. Уже не так будет страшно. В общем, это такой... я даже не знаю, как объяснить. Это ужасное существо и очень страшное. И давайте попробуем его скрафтить частицу, потому что оно легко очень крафтится. Для этого нам понадобится уголь, который у нас, кстати, есть. И факела. Но факела, это мы сейчас легко сделаем. Так что мы сейчас этого себе вообще легко сделаем. Кладем сюда эндер. Сюда, по-моему, вот так вот уголь. И факела вот так по бокам. А, или вот наоборот, факела вот так. Сейчас, секундочку. Вот! Ой, как не хочу его крафтить. Даже у него там как будто плащ там его задний. Так, ну у нас еще нет... А, нет, бумажка у нас есть. Блин, хотел отмазаться, но у нас это все есть. Бугимен, хорошо, он желтый. Хотя это еще не факт, что это хорошо. Блин, ну только не это, ну только не это, блин. Не хочу, не хочу, не хочу, не хочу, не хочу. У меня, кстати, камеры нет. А, камера есть. Это первая вот эта, но, блин, она как бы тут и так есть, эта камера. А мы можем внутри этой камеры еще одну камеру заспавнить. Можно попробовать, давайте так и сделаем. Потому что, пусть будет так. Ну или нет. Да, лучше новую камеру заспавнить. Потому что, ну, вдруг какие-нибудь сейчас баги будут, все такое. Так что, кстати, какого-нибудь SCP, наверное, того здорового как раз мы под этим стеклом как-нибудь разместим. Ну, в общем, подумаем. Так. Может быть тогда вот тут как бы дверь должна быть. Сейчас тогда я вскопаю. Итак, я снова тут, и я заодно посмотрел про этого SCP-080, и оказывается, это не тот Бугимен, который из фильма. Это вообще другое существо. Это такое существо, которое летает, но только в темных местах. То бишь в этой камере опять гром, да ё-моё, чушкин кот. В общем, и оно, когда мы на него смотрим, на нее даже, можно сказать, на эту, то оно нас, как бы, так сказать, усыпляет, потому что мы хотим спать, у нас усталость, и сразу же практически мгновенно убивает. Дело в том, что она за пределы камеры не может выйти. Вот тут она может гулять, потому что тут темно. Но на улицу она никаким образом не выйдет. Ну, только если ночью, вот это одно но. И если мы его выпустим, то это будет... просто ужас. Не буду говорить такие слова, но это будет ужас, и все. Так, у нас это есть бумажка. Давайте ее заспавним тогда. А, блин! Ну и звук-то был! Ну я ж обосрался-то! Блин, ну почему я всегда спавню, блин, в этой... У меня слов нет, почему я всегда, когда спавню эти камеры, то я появляюсь именно... Твой крипер, ты меня достал мне, достал, пошел вон. Не надо, пожалуйста, тут у меня. В общем, у меня буряль, кипяй кожа. Я не знаю, как нам вернуться, с помощью мода Zens Minimap можно вернуться, но я не знаю, как тут по вейпоинтам вот только возвращаться. Вот это вот вообще, я даже не помню, как это делать. Знаю вот только, как зумировать, как отдалять, как так делать. Потом я даже не знаю, waypoint name, нет. Наверное, какую-нибудь клавишу сейчас надо нажать. Вот, waypoints. О, нет, я туда спавнит, не буду возвращаться, правда, я не могу, я должен взять как-то свои вещи. Ну-ка, стоп, у меня есть идейка. Если, конечно, она получится. Блин, у меня уголь там весь остался. Ну ничего, мы возьмем отсюда факел. Блин, как мне сквозь этого крипера тупого пройти? Так. Ну что ты там за окном стоишь? Пошел вон. Блин, да я так его не скину. Нет, только не взрывайся. А, лузер. Крипер у нас лузер. Лузер. Да, только нам тоже туда надо. Вот теперь я лузер. Окей. Так, стоп, а если мы вот так... Ой, мой факел, стопэ. А если мы... Ну там, наверное, крипер как раз, если он не упал вниз самый. А, ну его вроде нет. Ой, да пошел ты вон. Вот-вот, вот так тебе и надо. Итак, возвращаемся к тому Бугимену. И попробуем как-нибудь... Вот, блин, ну что за фигня? Вот тут... Ой-ой-ой, что за фигня? Нет, отвалите от меня.
Почему я туда не могу попасть? Да-да-да-да-да-да-да-да! Чё, там красное что-то было? Или мне показалось? И как? Как мне теперь туда пройти? Вот это... Я не понимаю, если честно. А если файкл поставлю? Почему лагает? Потому что что-то спавнится. Блин, на мне, в общем, вот. Слепота, то есть он меня слепил немножко, этот SCP. Хоть он сквозь этой стены даже. Блин, я не знаю, я не могу включить креатив. Ну, я могу, но... Многие будут жаловаться на то, что включаю креатив. И что, мои вещи там останутся? Не-не-не, не хочу. Не хочу, чтобы так было. Не хочу опять все заново их добывать. Ладно. Я не буду включать креатив, я использую магию Влада Кадони. Итак. Магия, совер... Фак, опять не вышла. Окей, магия повтор... Итак, я тут вооружаюсь лопатой. В общем, я его выпустил. Я его выпустил случайно, блин. Он может появиться хоть сзади меня. Я тут лопатой на верстаке стоюсь, вооружаюсь. Хыть. Никто ко мне не подойдет. Хорошо, что сейчас уже утро наступило, ничего не будет. По идее, он утром исчезает. Но ночью он может появиться. А, офигеть. Крутой поворот событий. Ладно. Чувствую, в этой серии мы опыты ни над кем не проведем. Давайте попробуем выйти. Попробуем. Вот именно что. Так, ну вроде бы его нет, потому что и звуков нет. Вот. Ну, что могу сказать тогда? Могу сказать, что давайте попробуем кого-нибудь еще заспавнить. Эта серия будет, где мы будем некоторых SCP спавнить. Блин, только одного я уже потерял, потому что он где-то гуляет, блин. Так, окей, это кто у нас? Выглядит довольно-таки мрачительно. 872. Давайте поищем. 800. Так, это вообще зелененький, то есть, ну, теперь это можно нейтральных даже заспавнить. Нейтральные, возможно, даже помогать нам как-то будут. Но это еще не факт, это еще нужно выяснить. Так, это у нас кто? Песок душ что-то нужен? Ну, мне прям интересно, что это такое, 789G. Какой это 789G? Давайте быстренько его найдем. Вот, он тоже привидение какое-то, бат. Не знаю, что это, как переводится. А, ведровое, что ли? Бакет, типа того, не знаю. Так, давайте еще кого-нибудь поищем. Что это такое? Это что такое? Что-то странно как-то. Вот какая-то девушка, что ли? Цветочки! Надеюсь, она тоже положительная. Так, 53. Сейчас мы ее тогда сделаем, наверное. Если... Правда, у нас эндерперла, по-моему, теперь нет. 53. А, Young Girl, это еще. Это еще желтенькая. Так что давайте тогда. Так как перла у меня нет, но цветочки мы сможем уж легко добыть. Так что, надеюсь, этот нам чмордяй не попадется, черный. Этот странный, страшный чувак. Надеюсь. Так, цветочки идем. Так, кто мне стреляет? Я ничего не понял. У меня лопата, чувак. Лопата, у меня лопата. Вот так-то. Так бы сразу. Так, хоть. Тут у нас вот дедпоинт. На самом деле мод Zen's Minimap очень хороший. Так, там. А, там корова, блин, мне теперь все в этом мире пугает. Давайте устроим какое-нибудь путешествие. Сейчас мы уйдем. Я даже не собрался, в принципе, нормально. Путешествовать как по миру, зарабатывать всякие. Да нет, путешествовать мы не пойдем, потому что у меня мало всего. Возьмем только цветочки. Там интересно, обязательно желтые и красные. Или можно все желтые. Это мы попробуем, если красные не найдем. Так. Так. Еще, наверное. К следующей серии. Блин, я сейчас запинаюсь из-за страха немножко. К следующей серии я установлю какой-нибудь нод на новую генерацию мира. Так что, возможно, мы в следующей серии куда-нибудь отправимся. А эта серия так спонтанная, так что если она вам не очень понравилась, то следующая будет намного лучше. Вот и все. Итак. Ну, в общем, у нас есть цветочки, давайте попробуем все сделать из желтых тогда, потому что красных что-то я вообще не вижу. Может, они где-то там, но мне их лень искать, потому что мне так кажется, из желтых тоже получится. Да и к тому же у нас эндерперлы уже нет. Так что я не знаю даже, что сделать. Хыть. Ну, давайте хотя бы так попробуем. Верстак. А, стоп, у нас уже эндерперлы нет, как мы скрафтим что-то. Я туплю. Тогда я не знаю, что мы будем делать. Давайте что-нибудь другое изучим, допустим. А, что тут еще есть? Тут есть какие-то коктейли, которые, по-моему, никак не делаются. Не знаю, вот. Тут есть всякие какие-то штучки. Вообще, фиг поймешь, что это такое.
Какие карты? Это понятно, что такое. SCP-500? Ого. SCP-427? Ну, это вообще уже ужас. SCP-50 это пистолет же обычный. Так, тут у нас есть, кстати, ведра какие-то. И это тоже SCP. Ужас, пластинки SCP. SCP-рекорд. А, ну это страшная музыка, походу, такая. Так, ну... Так, что тут у нас вот тут есть еще? Тут что-то еще было? Вот, тут много всего есть. Унитаз, унитаз. Так. Да вроде бы больше ничего такого интересного. Ну, как бы вот и стиль какой-то, тоже SCP. Но он вроде тоже никак не крафтится. Да, никак не крафтится. Ого, мы можем такую клетку создать. Так, ну и... И вот, в принципе, и все. Мы повеселились в этой серии. Так что в следующей уже будет намного лучше, потому что мы отправимся в новый мир. Там будут всякие слендеры, херабрины, возможно. Там будет очень страшно, мы будем там выживать. И если вы хотите поскорее, чтобы я отправился в этот мир, то ставьте лайк. И чем больше лайков, тем быстрее выйдет новая серия. Ну вот и все. С вами был Брайан. До скорой встречи. Пока.